Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, еще в новую серию нашего седьмого сезона с модом на покемонов. В первую очередь поместили свою попку на стул, удобно, захватили что-то попить, я уже захватил, потому что сегодняшняя серия будет длиться ровно 1 час, не меньше. Если она будет длиться 59 минут, 59 секунд, вы можете меня копнуть в жопу, но я вам обещаю, что она будет длиться больше, чем 1 час. Почему, ребята? Я неделю не мог зайти в Пиксельмон, с этими всеми переустановками сборок, другими сезонами, другими рубриками, у меня просто полетел весь мир Майнкрафта с этим модом. Поэтому, ребята, я целую неделю парился, и вот наконец-то, после переустановок Форжа, всех модов, полностью Майнкрафта и многое другого, я все же смог, ребята, наконец-то запустить этот конченый Пиксельмон. Поэтому, ребята, надеюсь, вы меня простите в первый и последний раз то, что я так долго затянул Пиксельмон, потому что, сами понимаете, я просто-напросто не мог его выпускать, потому что я даже в него не мог зайти. Но, ребята, именно из-за этого я сейчас попытаюсь искупить свою вину и запишу ровно 1 час Пиксельмона. А если вы хотите, чтобы и следующая серия, и вообще следующие серии также длились по 1 часу, ребята, просто напишите в комментарии, мол, Эдисон, я хочу серии Пиксельмона 1 час, если будет много лайков. Если мы сможем побить рекорд, допустим, 15 тысяч лайков на вот этой серии, я, конечно, не верю в то, что мы сможем это набрать. Но все же, если сможем, ребята, я буду выпускать каждую серию Пиксельмона больше, чем 1 час длительностью. Ребята, решайте сами, хотите вы этого или нет. Также подписывайтесь на мой канал, ребята. Каждый подписчик для меня как друг. И, как я сказал, не забываем ставить лайки. Чем больше лайков, тем длиннее и тем чаще выходят серии. Да! О! Взял себе водичку, уже пиццу хотел. Но все же, ребята, вы помните наш... Ща, ребята, у нас целый час впереди. Ху-ху-ху! Ребята, две новости. Первая новость. Я создал новый канал. Там будут ответы на вопросы подписчиков. Я там буду, ребята, играть, проходить другие игры. Кстати, я уже там прохожу Мафию 3, которая вышла. Скоро выйдет первая батла, многие другие игры. Также я, может, в скором времени буду записывать GTA 5 онлайн. Мне уже там людишки предложили. Поэтому, ребята, ссылочка на мой канал будет сразу в описании. Первая ссылочка в описании. Заходите, подписывайтесь на мой второй канал. И смотрите, ребята, прохождение Мафии 3, других GTA 5. А вообще нафиг, зайдите на канал и нафлудите в комментарии, какие игры вы хотите, чтобы я там проходил. И я, ребята, прислушаюсь к вашему мнению. Не забудьте, ссылочка будет в описании. И, конечно, можете подписаться на мою страничку ВКонтакте, там написать мне сообщение, там полайкать фоточки и просто давать меня в друзья, ребята. Также ссылочка есть в описании. А сейчас, ребята, презентация Эдисона закончилась. Сейчас, ребята, у нас ровно 57 минут 30 секунд впереди Пиксельмона. Можно я попью? А то, если честно, уже задышался. Офигеть, ребята. Две минуты побазарил, уже пить захотел. Не дело, не дело. Ну ладно, ребята, что мы будем делать в этой серии? В этой серии мы уже постараемся докачать орб 137. Ну, убийств осталось, это, в принципе, еще нормально. И знаете, что мы сделаем, ребята? Когда у нас будет полностью заполнен весь орб, в следующей серии мы пойдем на базу команды R и все же постараемся пройти до лидеров команды базы R, то есть это Джесси и Джеймса, может, именно из них нам выпадет, конечно же, мастербол или там что-то другое, я не знаю, но будем надеяться то, что мастербол, и может именно с этого мастербола мы, ребята, сможем заспамить нашу первую легенду Забдуса, когда у нас, конечно, будет прокачанный орб. Ребята, надеемся на это, надеемся на это. Так, ты какой уровень? 32-й. Нам нужно прокачать Старавию как можно быстрее, чтобы уже был Стараптор. Потому что когда будет Стараптор, мы наконец-то на нем сможем летать. Да не, подруга, не усыпляй нас, не нужно нас усыплять. Успокойся, фюрер, успокойся. А, кстати, у нас... Жопа тебе! Так, Эмбуар, а ну давай наваляй, наваляй. Да, вот так. Еще разочек. Не хилься. Вот, зашибись. А, ребята... В этой серии мы постараемся... Это кто еще такой? Ралтс? Это... А, у нас есть Ралтс. Но кто не знает, ребята, у Ралтса есть две ветки эволюции, да? И, в принципе, они обе прикольные. Поэтому ничего нам не помешает словить еще одного Ралтса. Да, я сказал... А, мы словили, зашибись. И знаете что, ребята? Опять не работают настройки. Все, работают. Что-то я хотел сказать, но уже забыл. Да. Ладно, пофиг. Потопали, ребята. Идем, знаете куда? Нам нужно докачать Старавии, там несколько уровней. После этого, ребята, мы сразу же идем куда-то путешествовать. В идеале будет круто, если мы найдем глиняный биом, потому что, в принципе, там самый такой приемлемый кач и первый пассиандров в этой же серии. И, ребята, серия не успела начаться, и мы уже... Нет, не ты. Вот, так, Эмбуарчик наш любименький. Охренеть. Что-то ты как-то...
Ладно, Серперер. За, ребята, знаете, что я вспомнил? Не-не-не, ты не подыхай. Не подыхай. Ребята, вы помните, что мы хотели сделать в этой серии? Не помните? Если не помните, то я вам сейчас быстренько напомню. В этой серии, ребята, мы хотели прокачать нашу Иви. Да. В этой серии мы хотели прокачать Иви. Не-н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 е, давай-давай, убегай, убегай. Нет, и ты убегай. Так, куда? Он что, пропал? Где? Кто подыхает? Где ёхины матрёхи босс? Я что-то вообще не вдупляюсь, где он? Так, я даже не могу на дерево забраться, чтобы посмотреть, где он. Ты что там с ума сходишь? Он там? Я вообще его нафиг не вижу. Он походу все, он пропал. Охренеть просто. Жопа тебе. Я сейчас твоим родственникам мстить буду, паскуда. Так, ребята, ладно, забьем болт на этого босса, потому что мне кажется, в этой серии мы еще встретим парочку. А сейчас мы прокачаем Старавию, когда она, в принципе, уже сможет нормально летать. Мы, ребята, полетим, и, как вы знаете, над пустынями, над тем же глиняным биомом, если мы его сможем найти, там спавнится офигеть какое большое количество боссов. Да, а поэтому, ребята, нам нужно просто докачать нашу Старавию как можно быстрее. Чем быстрее мы, ребята, это сейчас сделаем, тем быстрее мы полетим навстречу приключениям. А в этом нам поможет, наверное, Серпериор, да? Серпериор, пожалуйста. А ну давай. По носу этому пеликану. Давай, альбатросу, как я его называю. А какой же уровень? 29 уровень Старавия. Да, еще, в принципе, очень так неплохо осталось прокачать ее. Кстати, тут больше никого нету. Какого-то... О, там киндер есть. Киндера можно пойти забубохать. А, в принципе, вот этот пиджи даже нас так растрепал. Эмбара убил нафиг. Серпериора убил. Вот вообще зараза. Так, Старавия. Нужно, ребят, прокачивать Старавию, как я уже сказал, в первую очередь. В первую очередь. Так, опа, 41-й. А с боссика мы бы ее уже офигеть как прокачали. С боссика мы бы уже ее бы прокачали офигеть как. Так, Серперио, знаете, что Серперио нужно? Серперио нужно Energy Ball. Это вот такой, типа, такая травяная атака. Он прям рубает офигеть как сильно. Если бы он у меня был, я бы сразу же его сейчас установил, можно так сказать, на нашего Серперио. Он вообще жесткий. Вот эта атака вообще рубает очень сильно. Так, Пеликан, Кинглер. Давай, 31-й. Ну, в принципе, Старавия тоже уже сама неплохо так справляется. Смотрите, Кинглеров она, в принципе, уже сама может убить. Извиняюсь, ну, в принципе, Старавия это такое женское имя, но, по идее, это у нас мальчик, да. И что-то я не понял, мы его убили, или он убежал, или он пропал, или что это вообще было? Я, если честно, не понял, что сейчас произошло, куда он вообще делся. Ну да ладно, кто тут? Я босса видел! Да, нет, не босса, а Шайни! Шайни Слоупоша! И там еще и Бульбасавр! Так, у нас есть Бульбасавр? Быстренько. Так, ребята, у нас есть Бульбазавр. Вообще любого слоупока у нас нету. Даже вы можете вот тут посмотреть, ребята. Тут нету такого больчика, где написано. А мы его быстренько уже словили. Так. Замечательно. Бульбасавр. У нас есть Бульбасавр, ребята. Поэтому, в принципе. А я уже так думаю, нет. Офигеть, прям испугался, то, что мы его сейчас прокакаем. Так, Старавия. 52 уровень, ёшкин кот, нафиг! Какой? 52 уровень. Ну сейчас новый уровень в Старавии нам 100% должны дать. Пожалуйста, попади. Серперер. Да я сказал, попади, пожалуйста, давай. Ну, попадет уже. Вот, наконец-то. Даже не один, а пару уровней дали. Так, Гигадрейн вместо Мегадрейна. Прям зашибись. Прямо то, что нам доктор прописал. Так, Бульбазавр, потом Дивот. Дивот нам не нужен, потому что у нас уже давным-давно есть прокачанный Самурот. Зачем нам Дивот, да? Ай, ребята, давайте. Мне интересно, на каком уровне эволюционирует Старавия. Мне прям интересно стало. Я, наверное, сейчас загуглю быстренько, потому что это попа какая-то. Пока я чекал, пока я в тубзик сходил, то, в принципе, уже прошла ночь и наступило утро. Ребята, Старавия эволюционирует на 34 уровне. То есть, еще 3 уровня, и все. И все, ребята, 3 уровня нам осталось. И вот тогда мы уже, наконец-то, сможем летать, будем искать боссов. И, в принципе, ребята...
Учитывая то, что серия только началась, ну, в какой-то степени началась, уже 10 минут, да, идет. Но все же, ребята, да ударь ты, а он спит нафиг. А в этой серии, ребята, мы уже нашли, мало того, то, что одного босса, которого мы прокакали, ну, скажем так, да. И мы еще нашли одного шайни, которого мы успешно словили. Да, ребята, да. Поэтому надеюсь, то, что в этой серии нам еще встретятся не один и не два боссика, а, допустим, скажем, много, да. Так, я не то поставил, спалился, да. Это старая я включила, день это не я, ребята, а точнее утро. Так, кто у нас тут еще есть? Кто у нас тут еще есть? Быстренько, какие-то большие уровни нам нужны нафиг. 27-й, ну, пускай будет. Мне кажется, за него не скажу, что много нам опыта дадут. Я вообще даже ударил. А, вот ударил. Замечательно. Ну, уровень мы качнули. Замечательно. О, Херосос. Херососик. Какой 31 уровень? Нифига. О, 45. Я его смогу убить? Да, смогу, конечно. Разогнался нафиг. Разогнался. Так, давай. Серпериор. Завали-ка ты его. А, да. Да. Не скажу то, что Серпериор очень сильно бьет. А если честно, вообще ни хрена не бьет. Да, еще и сам умер. Зашибись, Эмбуар, а ну давай разорви ему там кишку всю. Давай. Ну, более-менее скажу, что прям Эмбуар его сильно бьет, но все же. Давай. Еще ударчик. Замечательно. Вылечимся. Так, это кто еще? Это еще кто такой на нас напал? Давай, 33-й. Зашибись, тейкдаун вместо квик-атак. Замечательно. Ребята, последний уровень. Последний. Я обрадовался, но увидел Шайни Слоуброшу. Ну мы же, ребята, мы же уже словили Слоупока в этой серии. Тем более он на нас напал, зараза. Поэтому мы его просто завалим, ребята. Зачем? В принципе, мы найдем еще одного Слоупока. Я знаю то, что у Слоупока есть две эволюции, да? То есть две ветки эволюции. Но, ребята, зачем нам сразу ловить вторую эволюцию, а точнее Слоубро, если мы потом просто сможем найти его первую эволюцию? Зачем мы так будем сразу перескакивать на одну эволюцию вперед? Это, ребята, бред, если честно. Это бред небольшой. Поэтому давайте мы быстренько этого завалим, как я сказал, на 34-м. Водичка. Пока он там эволюционирует, я попью, ребята. Ой, пардон, мадам. Не хотел. 20 минут я уже всю бутылку выдудлил. Если серия идет... Короче, 10 минут, одна бутылка. Если серия идет 60 минут... У меня тут скоро 6 бутылок будет. Close Combat, нифига себе. Так, значит, текл убираем. Все. Сейчас Стараптор всех разносить будет. Поэтому, ребята, летим мы куда-то вот туда. В принципе, сейчас пофиг, куда летать. Сейчас пофиг, ребята. Сейчас хоть куда мы можем полететь на нашем Шайни Старапторе. Нужно искать какие-то равнины, нужно искать какие-то, не знаю, ребята. Я бы с удовольствием нашел какой-то глиняный биом, если бы он нам попался. Но смотрите, знаете что, ребята, не забываем про нашу... Ух ты ж, нихрена себе сколько альбатросов. Кого бы прокачать? Абру. Ребята, вы помните, что мы хотели сделать в этой серии? Кто-то помнит, что мы хотели сделать, ребята, в этой серии? В этой серии мы хотели эволюционировать нашу Иви в кого? В Апуриона. Да. Поэтому, ребята, нам нужно еще найти вроде 8 кусочков водного камня. Вроде столько. А у нас сколько есть? У нас есть один, да. Поэтому 8 еще. Еще дофига. Опа. Босиков там случайно нигде нету. Тут я смотрю столько покемонов, что с ума можно сойти. Сквиртл. Сквиртл. У нас есть Сквиртл, ребята. Кто мне скажет? Да, у нас есть Сквиртл. Да, мы его, в принципе, словили вроде даже в предыдущей серии. Поэтому я не знаю, что я так на него прыгнул. Если он у нас есть. А так, кто тут у нас бегает? 38-й. Давайте вылечимся. Эконс 38-й. Давай. Стараптора. Давайте прокачаем в этой серии Стараптора до 40-го уровня. Да. Вы помните, ребята, как у нас работают команды? Командам мы качаем до 55-го где-то. 50-55. А мне кажется, даже когда мы... Так, давайте Абру, вот так. А когда мы качнем всю нашу команду и победим команду R, да,
что вот так... О, даже Абра эволюционирует. То тогда, ребята, мы, наверное, выложим и возьмем еще одну новую команду. В принципе, Серпери уже 44-й, ему еще пару уровней осталось, но потом Риолу еще дофига, потому что Риолу еще нужно счастье. Чтобы Риолу эволюционировал в Лукарио, нужно иметь 220 счастья. Сейчас у него только где-то 90. Поэтому нужно как-то его ему добыть. Кадабра. Кадабра, ребята, вот. Опа! Опа! Так, потопали дальше. Пеликаны, электробазы. В принципе, зачем? Если бы эликид был, но эликид не спавнится. Эликида только можно выводить с помощью... С помощью выводилки, да? Кто не знает. В принципе, она так и называется, как я еще по-другому могу назвать. Не знаю. Но реально, выводилку будем так называть. То есть, размножить его, можно и так сказать. Так, давай, иди сюда. Нет, не тейкдауном. Зачем я его бью тейкдауном, если у меня есть close combat, который просто наносит в два раза больше урона? Вот так, зашибись. Пеликанушка, иди сюда. Я сказал, стоял там полчаса. Когда я кинул туда Стараптора, он сразу же убежал. Ах ты ж, зараза. Так, давай, еще разочек. И наш... А, он вылечился, зараза. Да, круто. Давай. Опа! Ну, ударь ты его нафиг. Вот, замечательно. Фух, ну что, ребята, топаем отсюда. Или тут кто-то еще будет, какой-то большой уровень. Босс, не зря у меня оптифайт стоит. Не зря я его поставил. Офигеть, я бы сейчас не заметил просто-напросто этого Марипа. Ну, такой себе боссик, если честно. Не скажу, что прям крутой. Ты что, охренел? С одного удара нас убил. Так, ну зато, если сейчас Эмбуар справится, то мы... Да, если ты бы еще не парализовался... Шо... А, мы его убили, да? Спортбол, да. А прикиньте, выпал бы реально мастербол вот прямо сейчас. Я бы охренел. Сейчас вам скажу, я бы охренел. Да. Просто офигеть, как бы охренел. Ну что, я бы не знаю. Я бы сразу в этой серии, ребята, вместе с вами докачал прямо сейчас. Наконец-то этот орб, и может в следующей серии уже бы вызвал самого Забдоса, да? Но надеяться то, что Мастер Бол выпадет. Не знаю, ребят. Так, там еще есть кто-то? Босики. Пожалуйста. Нету никаких босиков, но это тоже крутой остров, ребята. Не успели мы сюда прийти, как мы уже офигеть много чего нашли, и в принципе остров действительно такой очень даже огромный, и много тут всяких крутых покемонов спавнится. И лесные, и водные. Нормально, ребята. Так, давайте еще вот этого забабахаем. Пиджот. И наш Старатор только что был 34-м, уже 35-й с половиной. Почти 36-й. Так, о, давайте еще вот этого забабахаем. Нихрена ты нас ударил! Чувак, осторожней с нами! Так, давай, Эмуарчик. Давай, один ударчик. А, ты нас парализовал. Второй ударчик. И третий ударчик. Я сказал, третий ударчик. Вот, замечательно. Замечательно. Босики, заспавьтесь, пожалуйста, кто-то. Пожалуйста, еще один босик, и я уйду. Не. Не прокатит. Киндлеры, альбатросы, слоупо... Нет. Пошли они в задницу. Вот так скажем. Да, пошли они в задницу, а мы, ребята, полетим дальше. Нашим... Так, это можно. Вот так. Полетели, ребята, дальше куда-то в ту сторону. Куда мы летим? Да, куда-то туда можно. В принципе, видите, там мы уже были, поэтому возле пустыни всегда есть большой шанс тоже заспавиться глиняный биом. Да. Поэтому, ребята, летим в ту сторону, будем... О, кстати, смотрите, данж подводный. Но нам он нафиг не сдался, да. А, кстати, ребята, может в этой серии откроем поки-лаки-блоки? Да, можно, кстати. Я пойду домой, ребята, сейчас посмотрю быстренько. Паузу поставлю, слетаю... Ой, это что за хрень? Офига себе, как это так светился. Ребята, сейчас быстренько пойду домой, посмотрю, если у нас там будут покебольчики, то... А, чикорита, у нас чикориты нету. Вот, и смыслом вообще круто будет. Пойду посмотрю, если у нас там будет полстака где-то покеболов, то, ребята, сделаем поки-лаки-блоки в этой серии. Да? Так, быстренько. А, весь паскуда! Я уже не знаю, какую по счету я ловлю чикориту. Я уже не знаю, какая это по счету чикорита, нафиг, но она меня бесит, твою мать! Давай. Залезай, не будь паскудой. Ну шо ж ты... Так, чем бы ее нафиг... Давай. Иви, давай, хренак не ее чем-то. Так, да, харе ты чикари, ротик свой прикрой, чикари. Она меня бесит нахрен. Она меня нахрен бесит своим чикари.
Чикари, чикари, твою мать, чикари, чикари. Чикари, 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 дикари ты нахрен, дикари. Давай, чикари, ловись, пожалуйста, 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 миленькая моя. Не буди быть паскудой, я уже 15-ю где-то, я уже 15-ю Иви ловлю, Иви. Чикариту ловлю, 15-ю чикариту ловлю. Она меня сейчас выведет нахрен с этим чикари, она меня сейчас выведет с этим чикари, 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 чикари. Чикари, я тебя сейчас просто закукошу нафиг, будет тебе чикари по самой не хочу, честное слово. Что разработчики сделали с чикаритой, а? Почему она такая дикая нахрен? Еще и вот этот конченый, еще и арбок меня бесит, там танцует сзади нас. А ну, конфьюз ее нахрен, а ну, кадабра, конфьюз ее по самой не хочу, а? Покебол, давай, да. Да, ты меня заколебаешь, чикари. Я уже 35-ю чикари и ловлю, и она такая паскуда, то что я не знаю. О, наконец-то. Нападай. Ой-ой-ой, ты полчаса тут крутишься, чтобы на меня напасть. На тебе паскуда, нужно тебе это было. Так, что за... Хотел сказать. Ну, вы поняли, да? Но промолчу, лучше не скажу. Лучше не скажу. Так, никого. Ну, в принципе, тут тоже отличное место. Нет, тут не очень. Да. Вот на том острове будет получше. Ребята, давайте быстренько сбегаем домой. Я посмотрю, есть ли у нас там... Или знаете что? И давайте мы еще хотя бы... Мы заспамим, ребята. В этой серии мы откроем минимум 3 покелаки блока. Может, даже не 3, а может, где-то 5. Посмотрим, ребята. Но я вам гарантирую то, что мы откроем еще на протяжении этой серии где-то 3-5 покелаки блоков. Сейчас мы быстренько долетим туда. Может, тут реально будет что-то полезное. Может, тут какие-то боссики ночные будут. Боссики. Я сказал, ночные боссики, может, тут какие-то будут. Нету. А, кстати, чувак, а мы тебя вроде, да, мы тебя должны нормально так укошить, потому что, да, против него, да, против тебя нормально, так, нормально. Так, тут еще один такой был, да? Там еще один такой же есть. Там еще, ребята, сейчас мы Стараптора прокачаем до 38-го. Где-то вот так. Охренеть. Так, зашибись. Еще один. Это Шайни! Так, ну, ребята, он 46-й уровень, нафиг. Вряд ли я смогу словить 46-го уровня так просто. Даже если учитывая то, что он Шайни. Я бы, конечно, лучше его первую эволюцию словил, да, Шайни? Первую его эволюцию. Ну, я сейчас постараюсь, ребята, я сейчас быстренько постараюсь, ну, допустим, давайте хэви-болом, потому что он жирный, на вид жирный, да, поэтому, по идее, он, да, нет, никакой идеи, в смысле, я его не ловил никуда, почему он словился. Так, давайте, ребята, сафари, квик, давайте еще один квикбол юзнем. Если нет, тогда просто убиваем. Он, в принципе, очень большой уровень, 46-й. Даже если мы возьмем его в команду, нам просто... А, ну вот, словили. Вот, замечательно, словили. Пожалуйста, боссики. Я очень хочу видеть кучу... О, кстати, вот. Я хочу видеть кучу боссиков. Прям офигеть. Что у нас тут есть? Да, золотишко возьмем. Я хочу видеть много боссиков. Давайте, ребята, спамьтесь. Я хочу мастербол в этой серии выбить. Да, конечно, мы выбьем эту серию мастербол. Да, о, зашибись. Конечно, тут какая-то фигня будет, как всегда, как обычно, да? Но все же попробовать можно. Так, опа. Главное TNT не упасть. Это ломаем. Так, косточки можно взять, это можно взять, это нафиг можно, нафиг выкинуть, зачем нам, яички зачем нам, вот это зачем нам нафиг, а? Что это тут вообще забыло? И вот тут вот так, зашибись, ребята, топаем домой. Перед тем, ребята, как продолжить, смотрите, у нас есть куча золота. Куча алмазов. С помощью алмазов мы можем придать удачу нашим лаки-блокам. Также у нас тут уже валяется еще один лаки-блок. И, в принципе, ребята, у нас тут есть почти стак покеболов. Поэтому, перед тем, как продолжать, давайте, ребята, очистим наш инвентарь быстренько. Хлам. В хлам можно вот это все поскидывать. Шапочки. Вот это можно. Замечательно. Хавчик. Где хавчик? Вот, хавчик. Вот это. И хлам.
вот это, вот это. Зашибись. Ребята, в этой серии мы еще эволюционируем даже Иви, не забывайте. Так, что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужен булыжник. Очень много да, охренеть, охренеть. Ребята, мы сейчас еще отправимся за булыжником. Возьмем алмазики, возьмем золотцо. И, в принципе, все. Да, да. Ребята, где у нас есть горы? Джим, Забдус, Дезерт. Ребята, давайте отправимся хоть туда. Сколько нам нужно золотца? Не золотца, а каблстона. Нужно, ребята, подумать. В принципе, 8 каблстона, это получается один лаки блок, да? Да. А нам нужно, в принципе, ну, по идее, минимум 3 лаки блока. Но, я не знаю, ребята, в принципе, полстака нам хватит, мне кажется, где-то. Где-то 32 штучки, 32-38 штучек, короче. Да, нет. Ну, где-то так, ребята, я точно не помню, сколько это нужно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Один лаки-блок это не 8 каблстона и не 9, один лаки-блок это 7 каблстона. А, в принципе, значит, тогда уже все нормально, ребята. Быстренько возвращаемся домой. Видите, как мы быстренько накопали? Видите, как все быстренько происходит? И сейчас, ребята, будем крафтить. Кстати, тут у нас есть что-то? Конечно, есть. Конечно, есть. Конечно, есть. А мы сейчас еще сделаем, ребята. А, кстати, у нас там есть какие-то частицы нижнего покебола? Да! 37-29. Ребятушечки, а знаете что? Давайте мы вот это быстренько... Вот так. Давайте мы вот это быстренько поставим вот сюда. Пускай это жарится. Только нам еще ведрецо нужно. Возьмем одно ведрецо вот сюда. Полетим. Где, кстати, там... А вот это находится. Где тут находится... Где? Вот тут. ТП 1130-75-453. Вот так. Я туда ты пыхнулся вообще? Что-то я не туда ты пыхнулся, у меня есть такое ощущение. А куда я вообще нафиг ты пыхнулся? Вот мне... Так, давайте лучше полетим. А ну сейчас упаду, разобьюсь, и все, и попа. Я туда лечу, туда лечу. Ребята, зачем я переплавляю сейчас вот этот булыжник? Потому что, ребята, нам нужен камень, чтобы сделать кнопочки. В этой серии мы сейчас можем сделать 29 квикболов. Чем больше булов, тем, ребята, больше покемошек мы сможем словить. Так, куда я поставил? Я сюда поставил? Да, вот сюда. Замечательно. Сейчас, ребята, давайте быстренько отправимся еще раз вот сюда. И давайте еще добудем где-то полстака булыжника. Это быстро. Опа! Ну, в принципе, где-то вот так хватит. О! Я уже прям хочу открыть вот эти конченые покелоки-блоки. Почему конченые? Потому что маловероятно то, что там что-то там нормальное выпадет. Но, ребята, будем надеяться, что все же что-то выпадет. Так, домой быстренько. А знаете, что я еще забыл? Нам нужно немного редстоуна, да, для крафта. Вот так. Круто то, что редстоунчик у нас есть, не нужно за ним бегать или находить еще. И, ребята, давайте будем крафтить. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. Сейчас 5 дропперов. Сейчас быстренько делаем 1, 2, 3, 4, 4, 5. Давайте, там у нас есть один лаки-блок, но все же, пускай будет. 5 лаки-блоков, и сейчас 5 поке-лаки-блоков. Вот так. Вот так. Опа. Опа. Один у нас будет обычный. Другой у нас будет зачарен на 1 алмаз. Третий у нас будет зачарен на 2 алмаза. Вот так. Четвертый у нас будет зачарен. У нас алмазов, ребята, в принципе, дофига, пускай будет. Будет зачарен на 3 алмаза. А пятый у нас будет зачарен на 5 алмазов. Не 4, не думайте, то, что я разучился считать. Пускай будет лучше на 5. Вот так. Сейчас я чувствую. Хрень какая-то выпадет, как обычно. Ну, да ладно, ребят, будем надеяться, что выпадет что-то нормальное. Так, вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Замечательно. Ну что, ребята, потопали. Где мы были еще только что? Мы были где-то возле пустыни. Вот, где-то... Нет, знаете что? Давайте быстренько отправимся на вот этот остров, потому что возле... Вот, мы так летели. Вот. Куда-то вот сюда. Куда-то вот сюда. ТП-1523-83... Вот так. Я опять не туда ты пыхнулся. Минус, ага, минус 1000. Вот, опять лоханулся, вот так. О, да, чуть не умер, зашибись. Ребята, открываем первый. Открываем первый, который просто-напросто не зачарен. Теперь у нас будет на плюс 12, 24, 36 и
60. Пожалуйста, что-то нормальное. Я очень прошу, пожалуйста. Я не знаю, для кого вот это три... Я не знаю, для кого вот эта темка крутая, но... Да, точно, точно не для меня. Это точно, это точно. Ребята, нужно искать, если нам сейчас не повезло хотя бы с этим покелоки-блоком, то нужно искать вот тут, кстати, у нас есть ручеек. Нужно искать, конечно же, водные камушки. Как я уже сказал, в этой серии мы постараемся эволюционировать нашу Иви в Вапореошу. Поэтому, ребята, смотрите внимательно водичечку. Водичку, может там будут водные камни. Если, ребята, вы сейчас заметите где-то не покелаки блок, а просто покелут где-то заметите. Заметите лаки блок, который я пропущу. Или же заметите водный камень где-то в воде. Ребята, не стесняйтесь. Напишите, пожалуйста, в комментарии, на какой секунде вы и где заметили, и что это было, чтобы я потом в следующей серии сюда вернулся и забрал, да. Я заберу этот предмет именно, ребята, благодаря вам, потому что вы мне помогли его найти. И сказали, в принципе, в комментариях, где он был, на какой секунде. Поэтому, ребята, вы не думайте то, что вы мне не помогаете. Вы, если честно, очень даже сильно помогаете, потому что я немного слеповат иногда бываю. Вот тут, в принципе, нифига, нифига нету. Ни черта нету. Так, магмарок, магмарочек, да, на тебе, разочек, на, куда я ты, ладно, раз мы сюда тпхнулись, давайте откроем, я случайно тпхнулся, я хотел вылечиться, да, раз мы сюда, ребята, тпхнулись, то давайте быстренько откроем следующий, на 12, удачи, не нужно мне темку, дай мне лучше стак ультраболов, мастербольчик, еще что-то, пожалуйста. 9 хилок, full heal. Ну, не скажу, что круто, но точно получше, чем темка. Да, эти хилки хотя бы смогут помочь в сражении с каким-то боссом, допустим, или с каким-то там гим-лидером, или еще что-то такое. Поэтому, ребята, в принципе, пускай будет. Лучше, чем там это... Босс, ёханый бабай, босс, не пропадай. Как всегда, я еще прибегу, он пропадет нафиг. Там еще лаки блок я вижу, кстати. Или я его уже поднял, мне кажется, я его поднял уже. Не пропадать, не пропадать. Опа, так, давайте. У нас, кстати, есть шайни тропинч, мы его словили пару серий назад. Давай, быстренько, быстренько. Вот, вот, а, тоже ничего толкового нам не выпало. Фигня, но пускай будет. Да, запрыгни. Ребят, я не могу, что это за фигня, почему я не могу ходить? Почему я не могу ходить? Оу! Что за аномаль? Так, что-то мне не нравится, ребята. Что все зависает? Так, мне, наверное, нужно перезайти, а то какая-то реальная аномалия. Или лучше умереть. А тут я нормально могу бегать. Что это была за аномалия нафиг? Что это за аномалия сейчас была? Я напугался нафиг. Вулкарона. Вулкарона я не буду ловить по одной причине, потому что это Вулкарона. Это вторая эволюция. Покемон офигенный. Честно, покемон офигенный. Я даже не буду его убивать, потому что мне просто некем его убить. Я думал, я промахнулся нахрен. Убить его Серпериором. Серпериор умрет с одного удара нафиг. Кем мне убить эту Вулкарону? Просто-напросто никем. Кстати, что тут у нас? Desert Hills, да? Если тут спавнится Вулкарона, значит тут спавнится ее и первая эволюция. Я, если честно, немного забыл, как она называется. Там обычный эмбуар, это шайни эмбуара. Эмбуар. Ёханый бабай. Шайни стартовик. Вы себе просто не представляете, как чудесно выглядит третья эволюция Эмбара. Это просто что-то нафиг с чем-то. Вы должны это видеть, ребята. Я сейчас потрачу все боллы, честно. Я вам сейчас честно говорю. Я сейчас потрачу все боллы, но я его должен словить. Если Риолу ты его сейчас убьешь, я тебя нахрен выкину. Зашибись. Иви, если ты сейчас его убьешь, ты его точно не убьешь, потому что ты жопастая какая-то. Кадабра, если ты сейчас его убьешь, я тебя просто выкину. Да что ты, что вы нахрен все подыхаете с одного удара-то, ёшкин кот. Так, квикбол.
Я уже сказал, я потрачу все боллы, но я его словлю нафиг. Я его словлю нафиг, честно. Все боллы потрачу, но я его словлю. Как же круто выглядит Shiny Emboar. Да! Давайте вылечимся, ребята. О, в следующей серии я заменю вот этого Emboar на Shiny Emboar, потому что, в принципе, зачем нам обычный Emboar и зачем нам это не босс, это босс, это босс, это босс, это босс, ребята. Сейчас, дайте я его быстренько убью, потом скажу то, что я хотел. Да, круто, я его убью. Он нас еще и заморозил. Давай, разберись, Серперио. Охренеть. Что вы все такие мощные нафиг? Что вы все такие сильные нафиг? И кем мне его убивать, а? Кем мне его убивать? Кто его сможет убить? Никто нафиг. Давай, Emboar. Давай, хотя бы чуть-чуть. Давай, еще разочек. Пожалуйста. Нет. Так. Кадабра. Охренеть просто. Да вы издеваетесь нахрен тут все с меня. Или что? Я чуть не могу понять, а? Так, твою мать. На тебе. Я еще полчаса буду его убить, но я его убью нахрен. Так же, как я сейчас этого Emboar конченого ловил, так я тебя убью, зараза. Так, иди сюда. На тебе. На тебе еще разочек. Да не убивай ты нас, я хоть... Вы, походу, издеваетесь. У меня пиксельмон залагал, я не могу бить. Ой, да охренеть, еще и босса просрал. Еще и босса... Так, и спать, все. На ночную голову, не соображалку нельзя. Хоть с покемонами, хоть я и просрал сейчас одного босса, но все же. Я должен в следующей серии, ребята, 100% заменить вот этого Emboar. Да твою мать! Я точно должен заменить вот этого Emboar на Shiny Emboar. Потому что вы, ребята, просто должны видеть того Emboar. Это чудо. Это чудо, кстати. Да, вот тот я уже забрал. Я не тут умер, я вот тут умер. Да, вот тут я вроде умер. Тут. Босик! Еще один босик. Одного босса просрали. И там еще Шайни. Шайни Тропинч нам не нужен. Босик, пожалуйста, не пропадай. Мы просрали синего босса и сейчас и такого же нашли. Да, вроде такого же, да? Да что же вы нахрен все такие-то мощные, а? Ёханый бабай, а? Так, Кадабра, тебе нужно качать, потому что ты какой-то неваляшный, что ли. Давай, Emboar. Давай. Просрали босса, потому что там пиксельмон залагал. Да вы шо, охренели нафиг. Вот так нужно. Квикбол, френдбол и хрень какая-то. Лучше бы нафиг выпал мастербол. Да. Так. А, кстати, ребята, давайте третий откроем прямо сейчас. Армалдо! Знаете, кто такой Армалдо? Ну, это фоссил покемон. Как я уже сказал, нам однажды уже выпадал фоссил покемон с покелаки блока. Это вторая эволюция фоссил покемона. В принципе, он нам нафиг нужен, потому что мы его потом получим, начиная с первой эволюции. Зачем мы будем ловить сразу 50 уровень? Тем более не факт, что мы его словим, потому что, в принципе, ребята, мы все знаем, то, что 50 уровень, вот такие большие уровни, очень плохо ловятся. Поэтому просто-напросто нету смысла его ловить. Просто нету. Да. Так, это все вот сюда. У нас есть еще 36 удачи и 50 удачи. Все же надеюсь, что там выпадет что-то хорошенькое. Я очень на это надеюсь. Так, ребята, знаете что? Вот это давайте удалим. Вот так. Чтобы потом не лохануться и опять не туда тпхнуться. Так, там мы уже были, поэтому, ребята, полетели туда. Пишите... О! А тут мы уже были. Ребята, если вы на земле заметите не покелаки-блок, а просто покелут. Если вы на земле заметите, как я уже сказал, лаки-блок. О, вот, видите? Пишите в комментарии, где вы заметили, чтобы я потом туда вернулся. Так. Мейлы. Засуньте себе эти мейлы, как я уже сказал, очень далеко. Да! Ребята, не зря мы летали, потому что мы действительно... Вот еще один лаки-блок. Ребята, не зря мы летали, потому что все же мы нашли этот нафиг глиный биом. Да ты какой нахрен Emboar? Вот. Рыба, нафиг.
Ребята, знаете, что я хотел сказать? Хотел сказать, типа, горил. О, ща догорю, и потом начал сражаться с боссом. Шайни Эмуар просто красавчик. Он просто офигеть какой красавчик. Если вот этот, в принципе, более-менее выглядит, да? То есть, это огненный покемон, да? И, в принципе, у него такие цвета оранжевый, красный, желтый. Шайни Эмуар, наоборот, это огненный покемон. Но у него стилизация, как будто он... ледяной покемон, у него все такое синее, вот такие какие-то голубые линии, как будто огненный покемон, которого нафиг засунули в холодильник, только он там ничего не разморозил, а наоборот сам заморозился. Поэтому, ребята, в принципе, посмотрим, тут ничего нормального, и эта дура, как обычно, мейлы продает. Спасибо. Так, ребята, открываем четвертый по счету Поке Лаки Блок. Тут у нас сколько было? 32? Вроде 32 удачи. Пожалуйста. Мастербол. Или еще что-то. Что-то хорошее. Пожалуйста. Мне интересно, нахрена мне выпадает опыт с Лаки Блока, на который я потратил 8 булыжника, 1 редстоун, 8 золота, 8 покеболов и 3 алмаза. У меня вот такой вопрос. Нахрена мне выпадает 3 уровня? С того предмета, на который я потратил просто охренеть какое большущее количество ресурсов. Мне просто интересно, какая логика нафиг? Я не знаю, честно. Но я буду жадным, буду нахрен евреем и сейчас соберу вот этот весь опыт. Весь опыт нахрен соберу. Все, больше ничего нету. Ёханый идиотизм, а? Если мне 60... Так, если мне 60 удачи с Поке Лаки Блока, который состоит из 60 удач, если мне выпадет нахрен один покебол, или выпадет еще опыт, или выпадет нафиг деревянная кирка, я не знаю нафиг. Я возьму еще одну вот такую бутылочку и выпью ее салпом нафиг, потому что я уже 40 минут тараторить. Я вам отвечаю, ребята, если я сейчас открою... Это весь глиняный биом? Вот это все? Или там еще что-то есть? Если мне сейчас нафиг с последнего Поке Лаки Блока, на который мы потратили 5 алмазов, если мне с него нафиг выпадет какая-то дичь полнейшая, я не знаю. Вместо того, чтобы просто бабахаться башкой об стол, я лучше выпью бутылочку воды и просто охлажусь. Да, потому что это жопа. Это весь глиняный биом или там еще что-то есть? Я вроде там видел еще есть немного. Я уже думал, офигеть, нам с глиняным биомом прям повезло как-то, да? Большущий он заспавнился, прям большущий нафиг. Так, ничего. А мне кажется, он вот такой реально большущий какой-то заспавнился. Какой-то нахрен странный этот глиняный биом, он на воде какой-то, посередине пустыни, посередине как-то на воде и еще что-то. Что-то странное тут творится. Походу, сейчас легенда заспавнится. Какая-то тут аномалия нафиг. Ну, еще лава там. Зашибись просто. Так, ладно, ребят, давайте полетели вот сюда. Давайте. Я отвечаю. Если мне сейчас какая-то хрень выпадет с этого покела. Что нахрен за странный конченый глиняный биом? Что это за хрень, ребята? Посмотрите на карту, а? Одни пустыни какие-то, нету никаких гор большущих. Это же, мать твою, глиняный биом. Что за фигня заспавнилась, а? Я обрадовался то, что нам, ребята, заспавнился глиняный биом. Вы видите, какой нам глиняный биом заспавнился? Лучше бы он вообще нафиг не спавнился, чем вот такая дичевская. Игорь меня заразил, говорит слово дичь. Паскуда. Но не факт. Будь ты немного побольше, а. Пожалуйста. Я ни хрена не вижу, какая-то хрень спавится. Я открываю последний лакебок, потому что мне нужно остудиться. Пожалуйста, 60, я на тебя потратил 8 золота. О, там еще, кстати, что-то там есть. Я на тебя потратил 8 золота и 5 алмазов. Если ты мне сейчас дропнешь 3 уровня или еще какую-то хрень, я реально остужусь, пойду еще за одной бутылочкой, открою ее, просто салпом выхреначию. Фух, уже, ребята, давайте. Раз. 3.
Мадам, извините. Все, все. Харе, харе с этими поки лайки блоками, с них выпадает дичь просто. Я не знаю, чем больше ты их чаришь нафиг, тем больше хрень выпадает. Честно. Без. Вообще, покелакиблок без зачара с ноль удачей выпала темка. Покелакиблок с одним зачаром выполнит 9 нафиг пушинов. Дальше. С третьего покелакиблока на 2 алмаза выпали уровни. С четвертого покелакиблока на 3 алмаза. Армалдо выпал. Вообще хрень какая-то. А с пятого лакиблока на 5 алмазов, с покелаки блока, выпал Нидоран Квинг, 49 уровень Нидо Квинг. Спрашивается, нахрена, если я могу пойти в саванну, и на каждом шагу будут Нидо Квины, Нидо Кинги, Нидоран Фемейл, Нидоран Мейл, и 35 босс Нидоранов, и 35 шайни Нидоранов. Два вопроса, нахрена они мне спавнятся с покелаки блоков, на которых я трачу охренеть как много ресурсов. Вопросик. Не знаю. Я не знаю, честно. Хрень какая-то нафиг. Хрень какая-то. Еще и какой-то глиняный биом, мать твою, заспавился кривожопый. Что-то вообще такое нафиг. О, неужели что-то нормальное пошло? И там опять сейчас закончится, и больше не будет продолжения этого биома. Или все же что-то там нормальное. Ну, вроде. О, кстати, боссик. Нет, как я сказал, он закончился, да. Охренеть, просто так, иди сюда, господи, иди сюда и не беси меня. Хоть ты меня не беси, а? Давай. Не, так, если бы опять Пиксельмон залагал, я бы просто взял и заспавил себе вот этого босса. Да харе уже. Так, давай. А, ты меня сейчас убьешь, да, зараза? Ну ладно. Нет, не убьешь? Ладно, тогда я тебя убью. Эх, ну, такое себе. Такой. Какой-то... глиняный биом через жопу сделан. Я вообще не знаю, как его делали нафиг. Что это вообще такое, а? Какими-то островками нафиг он, смотрите. Я в шоке до сих пор. О, это не тот удал. Там, кстати, боссики. Нет, это не боссик. Это Кроконав. Да. Кроконав это стартовик. Только это вторая эволюция тот удала. А я его не хочу ловить, ребят. Я его не хочу ловить, потому что я хочу Тотодайла. Да, вот так, хочу Тотодайла и все. Не хочу Проконава, хочу Тотодайла. Вот, все. Вот так я захотел. И все. И все, ребята. Не хочу я Проконава. Так, давайте, быстренько. Вот этого ща мы докачаемся. Сейчас мы накачаем кучу уровней и просто пойдем убивать нафиг гим-лидеров. Будем искать какие-то гимы и будем убивать гим-лидеров. Раз нам с поки-лаки-блока выпадает хрень полнейшая какая-то. Раз так-то, значит так. Так, иди-ка ты сюда. В принципе, чем мы больше убиваем вот этих всяких мобов. Не мобов, а нафиг, вы поняли. А покемонов, да. Чем больше мы их убиваем, тем, ребята, мы лучше качаем наш орб, да. Но суть в том, то, что я обещал в этой серии эволюционировать Иви, а времени у нас, ребята, нет. Поэтому эволюционируем мы уже в следующей серии. Так, давай. Зачем я напал на 8 уровня? Вопросик такой. Вопросик. Давай. Что-то меня рыгать тянет нафиг. Конечно, две бутылки нафиг выплескать в себя. Так, иди-ка ты сюда, бро. Бро. Слоубро, Серпериор, наваляй ему по самые помидоры, пожалуйста. Он слишком наглый, Нельзя так с людьми, нельзя так. Давай, опа. Так, дальше. Там еще и Кроко. Вот, давай, тебя быстренько. Ну давай вот так, да. Сейчас он будет у нас 39-м. Да, даже, может, 40-м в этой серии будет. Давай, быстренько. Да, вот сейчас уже будет 39-м, как я уже сказал, да? А сейчас будет 30... Нет, не будет. Не будет, потому что вот этот крафтдаун какой-то мелкий уровень нам попался. Но зато, вот так. Сейчас мы вот этого запинаем быстренько. Потом перелетим. А, он еще лечится. А, раз ты лечишься. Серперур, в атаку!
в атаку, Серпелер. Да, давай. Опа. Тебя. И тогда я сказал... Так, давай. Тебя. Быстренько. И еще разочек. Вот, замечательно. Замечательно. Так, мне показалось, потому что это босс, а это просто маркер, вейпоинта. Зашибись. Так, давай. Я сказал, давай. Вот. Сюда полетели, да. Как я понял, глиняный наш крутой биомчик уже закончился, да? Я правильно понял? Это, нет, мне показалось, это шайни, но это не шайни. О, лаки-блок. Да, наш крутой глиняный биомчик уже закончился. Круто. Крутотень просто. Просто крутотень. Это кто еще такие? Странные существа. Пупок! И... губка. Засунь себе эту губку нафиг, не знаю куда. Честно, хоть куда. Ребят, придумайте, куда бы он себе эту губку засунул. Так, давай, пупок. Умирай. Умирай. Ух ты, ни хрена себе, что-то как ты быстро умер, я даже не ожидал, что ты так быстро умрешь. Еще один пупок вот тут. Потом, там еще один. Там у нас Shiny Snorlax. Там босс у нас. По правому борту у нас босс. По левому борсу... борсу. Борту у нас Shiny Snorlax. Да. Я даже не знаю. Так, давай в первую очередь убьем вот эту заразу. Что-то он нас пинает сильно. Опа, нифига себе. Кадабра. Да, давай, кадабра. И эмбуарчик. Прокачаем вместо... Старактора, кадабру и эмбуара. Быстренько. Да, вот так. Да. Лучше бы пошли за Шайни Снорлаксом. Потому что выпала хрень. Хрень выпала. А Шайни Снорлакс уже пропал, да? Да. А Шайни Снорлакс пропал. Да. Круто! Круто. Стараптор, распитай его на все четыре части. Ты мне нужен, чтобы ты был 40-м уровнем вот прямо сейчас. Давай. Эмбарчик, помоги ему. Помоги, брат. Браток, давай, помоги. Вот, еще разочек. Давай. И еще разочек, давай. Вот, замечательно. Так, кто у нас тут такой гуляет? Ночью гулять опасно. Вы что, не знали? Вот так. Да, замечательно. И сейчас пупка еще запинаем быстренько. Ну не лагай ты уже нахрен, а. Вот. 40-й, ребята, круто. Пупок. 51-й уровень пупок. На тебе нафиг. Почти с одного удара. А на пупке, кстати, офигеть, как качаться. На пупке очень даже круто, ребята, качаться. Вы видели, как он запинал вообще их всех? Так. Сейчас мы в этой серии Стараптора, у нас вообще уже 50 уровень нафиг будет. Ну, нет, вряд ли 50, потому что серия уже, в принципе... Нихрена себе ты пнул нас. Вот. 50-м он точно не будет. Но... Никого нету. Значит, полетели дальше. Я до сих пор в удивлении прям от этого глиняного биома, какой он просто крутой там заспайлся. Вот глиняный биом. Прям чудо-юдо какая-то нафиг. Чудо-юдо, реально какое-то чудо-юдо. Так. Опа-на, ёханый бабай. Абсольчик. Я сказал, кадабра, давай на него. Абсол. О, кстати, вот смотрите, вот тут у нас покелаки. Почему я говорю покелаки-блок, если это обычный покелут, а? Что-то я прям смущаюсь. Кикбол, давайте. Я бы абсольчик оставил, он, в принципе, очень красивый даже покемон. Что-то он ни хрена не ловится. И не бьется даже, значит... Значит, Эмбор, давай, пни его разочек, только не убивай, я тебя прошу, а просто пни. Молодец. Молодец. Было бы круто, если бы ты его пнул прям до красного, но такое тоже сойдет. Целую ночь мы гуляем, ребята, уже утро. Ой, нехорошо ты поступаешь, Эмбор. Ой, как нехорошо. Давай, пожалуйста. Конченая паскуда. Ах ты ж, ёшкин кот. Давай. Последний квикбол на тебя трачу. Потом еще потрачу 5 ультраболов и хватит. О, слави. Зашибись. Я сразу... О, лакибол. Так, это у нас псай-вейв. Это какая вообще нормальная псай-вейв?
Старый Aztec BNFZ, Tech Batin. Ну что-то такое себе, если честно. О, кстати, там. Так. А Поки Лаки Бог точно никуда не убежит, зато босс может убежать. Босс может убежать, поэтому, ребята, давайте быстренько мы на босса накинемся. Вот, вот так. С двух атак мы его убьем, если он нас быстрее не убьет. Вот так. Замечательно. Полетит. Я уже начал радоваться, я уже подумал то, что это Energy Ball, как я на начале этой серии сказал, было бы круто, если бы мы выучили нашему Серперию Energy Ball. Было бы вообще супер. Почему мне продолжают выпадать какие-то нахрен вообще ненужные вещи? Вообще ненужные вещи. Вот это можно выкинуть. Это тоже нафиг можно выкинуть. Это можно выкинуть. Почему мне выпадает такая дичь, а? Что это вообще такое творится, а? Зачем мне алмазные вещички? Вообще, зачем они мне? Если тут даже мобов нету в Пиксельмоне, а? Кто мне скажет? Кто мне скажет? Лучше дайте мне кота босика, а то я же расплачусь. Вообще босиков нету. Только что мы его, конечно, убили, но все же. Но все же. Хотелось бы еще больше. Да. Босики. Это Лаки Бог? Да, это Лаки Бог. Пикачу и пошел в жопу. Ты нам не нужен. Опа. Так. Меня заспавнили бедрок и написали, упс, небольшая проблема. Заспавнили бедрок. Круто, а прикиньте, если бы я вот это не играл с геймодом, в принципе, я не играю сейчас, да? Но если бы я заспавнил этот бедрок дома, и что бы я сделал? Он бы там у нас стоял и все. Мне бы дом нужно было бы перестраивать, чтобы как-то спрятать вот этот бедрок. Ах вы тролли. Так, ладно. Что у нас точнее тут есть? Я только тайгу вижу, больше ничего. Нам, наверное, нужно возвращаться сюда, ребята, в нашу пустыню. Давайте вернемся. Минус 1475, 3000, вот так. Вот так. Зашибись. Вот так, полетели. Полетели не в ту сторону, а, допустим, в эту, да. В противоположную. Может, тут будет что-то получше. Кстати, я уже там Lucky Block вижу. В принципе, уже плюсик. Если нам сейчас опять выпадет нафиг алмазные ботинки, я с ума сойду. Я с ума сойду. Ой, прикол. Так, отдай мне золотую кирку. Так, ребята, ребенок Эдисон. Так, отдай мне кирку нахрен алмазную. Так, забрал ее. Ребенок Эдисон ПТС. Ребенок Эдисон. Ну, в принципе, у него такой ник, да, ребенок Эдисон ПТС. Но все же. Прикол. Я не хотел его ломать. Так. Я заберу его себе домой. Я заберу его себе домой и поставлю там. Жалко, у него больше ника не будет вот такого крутого. Да, вот. Ну, так, пускай будет так. Жалко, у него ника такого реально не будет больше, но все же. Будет прикольно, и будет памятка то, что у меня через Lucky Block заставился мой клон. Клон ребенка. Прикольно будет, прикольно. Можно дома реально поставить. Так, идем сюда. Хотел как-то получше туда запрыгнуть, но не получилось. Опа, опа. Ну, тут, в принципе, как всегда, какая-то хрень будет. Вот, яблочко одно. Замечательно. Полетели дальше. Опа. Да, в эту сторону полетели. Может, ребята, мы босиков найдем сейчас. Будет круто, если да. Пожалуйста. Босики. И все, нету босиков. Все, тут океан начинается. Не нужен нам океан нафиг. Дайте нам еще лучше больше пустыни. Пожалуйста. Еще один биом. Не, этот, мне кажется, тот же. Или может еще один. А вот вопрос, а вот угадывайте, ребята, а то я сам не знаю. Мне кажется, будет этот будет немного получше. Мне бы так хотелось. О, зашибись. Сейчас, ребята, мы раскачаем нафиг нашего Стараптора. И Кадабру нужно также прокачивать. Потому что не дело. Кадабра сильный очень даже покем... Твою мать. Какой я... Да уйди ты нафиг, убеги. У меня уже мозги просто не работают, ребята, поэтому вот такая дичь случается. ТП 2040, 75, 1941. Минус. Вот видите, на 5 минус не поставил. Зашибись. Вот так. О, как круто. Как мотиву круто. Так, зато тут есть деревцо с
болон внутри. Какое-то крутое гирицо или фигня? Мне кажется, фигня. Dragon Pool. Ну, мне, в принципе, ну, такая себе темка, не очень необходимая мне, если честно. Вот так, и вот так, и вот так, да. Потопали дальше, ребята, давайте вылечимся быстренько. Так, главное не тпхаться никуда. Главное никуда не тпхаться, а то еще опять тпхнусь, опять себе по башке стукну, опять башка будет болеть. Вот сюда, ребята. Вот тут уже, мне кажется, более-менее такой нормальный глинный биом. Я, по крайней мере, хочу на это надеяться. Если сейчас опять конец его будет, я офигею просто. Я просто офигею. Но вроде есть какие-то горы, вроде есть уже покемоны, и в принципе круто. Мы, наверное, тут потом сможем даже качаться. Хоть я вижу, опять он заканчивается. Вы что, издеваетесь нафиг с меня? Вы можете нормальный глиняный биом заспавить, а не издеваться. Ёшкин кот, а? Чё такое? Давайте, ребят, мы еще вот этого задудохаем. Вот так. Задудохаем Серпериором. Надеюсь, мы сможем его задудохать Серпериором. А, с одного удара вообще. Замечательно. Вот так. Замечательно, ребята. И, в принципе, мне кажется, на этом мы уже можем заканчивать. Уже час прошел, поэтому, ребята, я буду очень... Да, выкинь ты вот это дерьмище набрал тут. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы влепите большущий пальц вверх. Давайте брать рекола по приколу, постараемся набрать 15 тысяч лайков на вот этой серии. Я буду очень сильно рад, если мы справимся. Если нет, то набираем 7 тысяч лайков, выходит новая серия Пиксельмона. Сразу же, ребята, как наберем. Да. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый будет для меня как друг, ребята. Подписывайтесь на мой второй канал, ссылочка будет в описании. Я там буду проходить различные другие игры. Кстати, сейчас там уже выходит прохождение игры Mafia 3. Скоро будет первая батла и многое другое. Подписывайтесь, также подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Добавляйте меня в друзья, общайтесь со мной, я буду отвечать на ваши вопросы. И, ребята, большое вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.